water system armed. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, and liftoff of Spaceship Earth. В этом фильме мы хотим рассказать о тех людях, чьи работы стали основой для рождения современной информатики. Ученые, изобретатели, они жили и работали в разное время здесь, в штате Массачусетс, в Бостоне, Кембридже, Вустере. Мы находимся в самом центре Бостона. Это Стейт-хаус. Здесь работает правительство и губернатор штата Массачусетс. Мы не случайно начинаем наш рассказ отсюда. Именно здесь начинается Freedom Trail, так называемая тропа свободы. Эта тропа свободы выложена красным кирпичом, и она проведет нас по основным местам, которые связаны с теми событиями, когда американские повстанцы сражались за свою свободу и независимость. Если мы пройдем пешком по этому маршруту, то увидим много мест, связанных с историей американской революции. С этого балкона была впервые оглашена Декларация независимости. А это один из первых военных кораблей США, который носит гордое имя «Конституция». Тропа свободы заканчивается здесь, неподалеку, у монумента «Банкер-Хилл». Он был установлен в память решающего сражения с английскими войсками. Ну а для нас с вами это начальная точка нашего путешествия. Именно отсюда нам и хотелось бы начать разговор об инженерах и ученых, которые изменили лицо современного мира. Именно здесь, в этом небольшом районе Бостона, Чарльстауне, родился, жил и работал Самуэл Морзе. И именно тот самый Морзе, чью знаменитую азбуку знают все во всем мире. Дом, в котором он жил, где-то здесь, на Мейн-стрит. Сегодня здесь расположился кооперативный банк. Ассистент вице-президента этого банка, Том Курс, любезно согласился ответить на наши вопросы. Samuel Morse was, he was an inventor, he did a number of different things. But he invented what we now call Morse code. This was also the first building that was rebuilt after the British had burnt down Charlestown, Battle of Bunker Hill. This was the home of Captain Robert Ball Eddies. This was his mansion, and it was the first house that was built after the British burned down the town in 1775 after the Battle of Bunker Hill. Also in the upstairs apartment, the birthplace of Samuel Finley Breeze Morse, who invented the electric telegraph. Yes. 1791. Yes, you know, he was His father was a cartographer. Loved cartographer, maps, right. And he had a lot of the gifts and talents. Yes. But he was best known, of course, for the Morse code and the telegraph. Tom, thank you very much. My pleasure. Да, именно так. Морзе был довольно известным художником. Его картины можно найти и в Нью-Йоркском музее Метрополитен, и в Вашингтонском музее искусств, и в Парижском Лувре. Но всемирную славу Морзе принес телеграф, который он изобрел в 1844 году, и азбука. В ней используются всего два символа – точка и тире. Стало возможным передавать данные по проводам. И первой фразой, переданной Морзе по телеграфу, была вот эта: «Чудны дела твои, Господи!» Только представьте, сколько жизней было спасено благодаря знаменитой морзянке. О Морзе в Чарльстауне помнят. Эта небольшая улочка носит его имя. Невозможно представить сегодняшнюю жизнь без средств коммуникации.
И в первом ряду этих средств, конечно же, стоит телефон. После изобретения телеграфа прошло 30 лет, и следом за Морзе Александр Белл придумал, как передать на расстоянии голос. Вот здесь, в центре Бостона, в небольшом пятиэтажном доме, Белл оборудовал лабораторию и мастерскую. Однажды летом дежуривший на чердаке Белл отчетливо услышал в надетом наушнике шум из находившейся в подвале мастерской. Это был первый в истории звуковой сигнал, переданный по проводам. И произошло это здесь, 2 июня 1875 года. Но сам телефон родился спустя почти год, вот здесь, на Exeter Place. Александр Белл и его помощник Томас Ватсон, как обычно, работали. И когда Белл случайно сказал в микрофон: «Мистер Ватсон, поднимитесь, я хочу вас видеть», то буквально через несколько секунд в комнату вбежал Ватсон с криком: «Я слышал каждое слово!» И это событие по праву считается днем рождения телефона. Именно здесь, 10 марта 1876 года, впервые Александр Белл передал, а Томас Ватсон услышал завершенное предложение. И именно отсюда начинается долгая и трудная дорога к вершине коммуникаций, возможности не только слышать и обмениваться данными, но и видеть друг друга. Дорога к тому, о чем люди мечтали с давних времен. Всевидящее око, Eye of Providence, всевидящее око Бога. Его изображение можно найти на гербах разных стран, на медалях, банкнотах. А в 1782 году око провидения стало частью символики большой печати Соединенных Штатов. Вот оно, это всевидящее око. Оно у меня в руках. Нажав несколько клавиш, можно получить информацию из любой точки земного шара. Хотите поговорить с друзьями, которые живут на другом конце света, и при этом их видеть? Пожалуйста. Но путь к достигнутым и поражающим воображение решениям занял более 100 лет. Нам же с вами гораздо проще. Достаточно перейти на другую сторону реки Чарльз, и мы попадем в королевство современных технологий – Массачусетский технологический институт, MIT. Об MIT можно рассказывать долго и много. Мы же ограничимся лишь короткой справкой. Это один из лучших в мире университет и научно-исследовательский центр. Математика и физика, биология и химия, ракетостроение, астрономия, робототехника. Здесь есть практически все. Достижения ученых MIT известны во всем мире. Только одних нобелевских лауреатов здесь больше 70. И так как мы с вами пришли сюда за нашими героями, пионерами информатики, то и начнем мы наш рассказ с выдающегося инженера и изобретателя Ванновера Буша. В истории американской науки имя этого человека занимает самое почетное место. Ванновер Буш был выдающимся ученым. Он был также одним из самых блестящих инженеров-прибористов, которых когда-либо знала Америка. Ванновер Буш основал Национальный фонд науки США. Буш был профессором и вице-президентом MIT. Изобретения и разработки Ванновера Буша
сыграли значительную роль во Второй мировой войне. Но главным его достижением считается разработанная в 1935 году первая аналоговая вычислительная машина. Этот незатейливый на первый взгляд прибор уже был компьютером в современном понимании этого слова. Ванвар Буш подготовил целую плеяду ученых, инженеров, конструкторов. Самым известным среди них был Клод Шенон, создатель математической теории информации. Нынешний век – век связи и управления. Эти слова принадлежат Норберту Винеру, основателю теории управления. Винер писал: «Для меня уже стало очевидным, что техника управления и техника связи неотделимы друг от друга, и что они концентрируются не вокруг понятий электротехники, а вокруг более фундаментального понятия – сообщения. Сегодня это понятно каждому, но не будем забывать, что впервые эти положения были сформулированы еще в прошлом веке». Винер был гениальным математиком. 19-летним юношей он уже был преподавателем кафедры математики MIT, а затем и ее руководителем. Но его главным достижением был и по сей день остается опубликованный в 1948 году непревзойденный труд «Кибернетика или управление и связь в живом организме и машине». Но вернемся к Шенону, к разработанной им теории информации. Итак, сообщение. Всякий раз в банке, магазине, оформляя полеты, поездки, человек имеет дело с передачей сообщений по каналам связи. И каждый раз мы всегда должны быть на 100% уверены в том, что необходимые данные будут переданы быстро, без искажений и надежно защищены. В этом и заключается существо фундаментальных положений знаменитой теории Шенона, которая и показывает, каким образом можно этого добиться. Кроме этого, Шенон математически описал аналоговый компьютер Ванвара Буша и первым связал разработанную почти 100 лет назад математическую логику Джорджа Буля с переключающими цепями. И именно эти открытия Шенона лежат в основе внутренней организации и логической структуры цифровых вычислительных машин. Здесь же, в Кембридже, в нескольких кварталах от MIT, находится всемирно известный и признанный одним из лучших в мире Гарвардский университет. Именно здесь, в 1944 году, командой ученых и инженеров под руководством профессора Говарда Айкина был создан первый цифровой компьютер. Это был знаменитый Гарвард Марк 1, который положил начало эре цифровых машин. Вы только представьте, 15,5 метров длиной, около 3 метров высотой и весом 5 тонн, 800 километров проводов с 3 миллионами соединений, около 1500 переключателей. Но первое поколение программистов выросло, работая именно на этой машине. Old MacDonald had a farm back in 31. Conditions filled him with alarm back in 31. Триумфальное шествие компьютеров началось после 1952 года, когда состоялись президентские выборы. Несмотря на то, что все опросы указывали на победу демократического кандидата Стивенсона, программисты с помощью вычислительной установки Univac предсказали, что выиграет республиканец Эйзенхауэр, что в действительности и произошло. С тех пор сначала в США, а затем и в других развитых странах мира было создано несколько поколений цифровых машин, начиная от крупных и мощных вычислительных комплексов до компактных персональных ноутбуков. А теперь вспомню опять главный труд Норберта Винера. Если сообщениями
могут обмениваться живые организмы, то почему ими не могут обмениваться машины? Тем более, что в основе их построения лежит логика. Так возникла идея объединения компьютеров. Сначала друг с другом, а затем и в общую межкомпьютерную сеть. Вот мы и подошли с вами к интернету. Вернемся опять в MIT. Основателем сегодняшнего интернета был Джозеф Ликлайтер. В 1962 году, работая в Линкольн лаборатории MIT, Ликлайтер в работе «Онлайн. Человек компьютерной связи» впервые изложил концепцию будущего интернета. Передача графических изображений, использование в банковском деле, даже интернет-магазины. Ликлайтер предсказал возможность распределения задач по разным компьютерам, работающим в глобальной сети. Работая под его руководством над проектом объединения армейских компьютерных систем, компания BBN, основанная двумя профессорами MIT Ричардом Болтом, Лео Бераником и тогда еще студентом Робертом Ньюманом, практически реализовала концепцию распределенной сети, разработала принципы передачи сообщений, протоколы обмена данными и электронную почту. Все, что сегодня есть в интернете, и модемы, и раутеры, и протоколы обмена данными, все это начиналось здесь, в Кембридже, в компании BBN. Интернет вошел в нашу жизнь прочно, и представить сегодняшнего человека без интернета уже невозможно. Наше короткое путешествие по MIT мы хотим завершить в одной из его лабораторий, где доктор Айван Геттинг разрабатывал систему глобального позиционирования – GPS. Геттинг понял, что с помощью сообщений, передаваемых с нескольких спутников, и учитывая задержку во времени, когда сигналы фактически достигнут Земли, можно определить координаты приемника. В 1978 году по заданию Министерства обороны США в компании Raytheon, в той самой, которую основал Ван Эвербуш, была создана первая система глобального позиционирования – GPS, которая поддерживалась 11 спутниками. Именно она стала основой современной GPS. Сегодня на орбитах вокруг Земли вращается 24 сателлита системы глобального позиционирования, которая обеспечивает точность нахождения объекта до нескольких сантиметров. Наш рассказ о пионерах информатики был бы неполным, если бы мы не рассказали вам еще об одном человеке и событии. Сателлит, спутник связи. Без них не было бы современной телефонии, интернета, системы глобального позиционирования, спутникового телевидения, мобильной связи и многого другого. И все это стало возможным благодаря профессору Роберту Годдарду. Это именно он в далеком 1926 году сконструировал ракету, работающую на жидком топливе. If you watch a modern rocket take off today, the space shuttle or anything else, everything you see, and most that you don't see that's going on to get it off the ground and up into orbit, Goddard did it first. Сегодня все космические аппараты стартуют с Земли именно с такими двигателями. И первый из них разработал Годдард. Всего в получасе езды от Бостона, в небольшом городке Вустере, находится Политехнический институт и университет Кларка. Именно здесь преподавал и занимался исследованиями профессор Роберт Годдард. И первый ракетный двигатель он испытал тоже здесь. Эта стела установлена неподалеку от Вустера в память о запуске первой в мире жидкостной ракеты. Она стартовала именно отсюда, и именно здесь было положено начало ракетостроению. Мы хотим закончить наш рассказ о пионерах информатики здесь, на тропе свободы. Наверное, именно она как магнитом притягивает сюда идеи талантливых людей.
И этот дух свободы, дух свободного творчества, был и есть та движущая сила, которая ведет людей по дороге открытий. Off of Space Shuttle Alliance. Только тогда, когда все сердца соединятся и будут жаждать свободы, вот когда мы будем свободны. Когда мы соединим наши руки и вместе будем формировать нашу судьбу, вот когда мы будем свободны. Когда настанет тот день и час, когда люди будут жить в достойных условиях, вот когда мы будем свободны. И когда каждый человек будет петь эту песню вместе с нами, тогда мы будем свободны.